После ремонта компа было утеряно много файлов, поэтому видео получилось коротким. Извиняйте. Ну а теперь всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW F22. Ремонт переда. Итак, владелец разобрал перед, починил двигатель и пригнал его ко мне для небольшого ремонта. Ремонт начинается с разборки. Итак, машина разобрана и начинаем кузовные работы. Первым делом измеряю все. Лонжероны в порядке, высота у них одинаковая обоих. Мне нужно сделать только верхние части, вот эти вот рога. Мне их надо вытянуть. Работа с вытяжкой закончена. Теперь устанавливаю все детали переда. Детали переда установил, зазоры выровнял. Теперь мне надо сделать левую стойку возле стекла. Эту работу делать буду при помощи споттера. Работа со споттером закончена. Мелкие неровности и дырки от споттера заливаю оловом. Hey!
Работы с металлом были закончены, отдал машину на покраску, и после нескольких дней машина вернулась ко мне на сборку. Итак, ремонт этой машины закончен. Весь ремонт занял 2 недели. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!